Алекс, Умар, ты потянулся сюда. Алекс, он хазбей. Как ты? Как ты? Земля, фок наш. Земля, фок наш. Алло. Что сделать? Подожди-ка, я схожу. Вот так буду отрывать. Добро пожаловать! Ассаламу алейкум всем, друзья! В Москве снимаю эту и я показываю GoPro камеру. Я сейчас снимаю этот обзор для вас на GoPro камеру 10-я версия. То есть 10-я версия GoPro камеры. И сюда камеру цепляешь. И через архив, Донбай, на снегоход, там тут гуляешь и ничего не надо трогать. Просто цепляешь и все кайфуешь. Еще, друзья, есть для этого видео, эксклюзивное видео. Друзья, видео в ленте на YouTube-канале для этого канала загружал. Спа. Подкрепление туда-сюда, много вещей. Вы целое мне подарили. Спасибо. Фотопарк, магазин есть в Москве. Это съемка для камеры, чтобы она не портилась. Удобнилась очень, а это для камеры чисто. Гостиница Пальмира. Не на месте вроде. Самое главное, вы слышите, вы стоите. А? Ну, короче, мне нравится. Неплохо. Не могу открыть, стыдно. Короче, пустая. Бумага есть. Али, ассаламу алейкум. Это наш даргинский брат, если что. Ва, холодильник есть. Пока пустой, но будет она полная. Найки, Джордан, ты на месте. А ты гуляй, тоже новый взял бомбу. Сейф тоже на месте. Пока пустой, но будет на днях полная. А сюда можно спрятать, и если кто-нибудь придет, напугать машину. Hello friends, I start NFT project. Please check it. У нас уборная, небольшой такой. Ну, на два человека это. Очень бомбу хватает. Так, мещами, а то есть только подписка. Лайки, комментарии, подписки. Сугажим. Саид, гости пришел в Александр. Как ты, братишка? Тапочки, где твои? Тапочки, где твои, спрашивай. Эй, гостинка двухместная. Двухместная гостинка, если что, вам выгнать надо будет. Что надо было выгнать? Ну, выйти надо будет, а то... Потом, а что, ты нас потом выгонишь, что ли? Не выгоню, я предупреждаю тебя. Что мне тут? Что тебе тут? Я хей! Как у вас дела? И как подготовка там? Неделя подготовки, 11-го бой. Хочешь, я тебе посвящу эту бой? Давай. Давай. Все. Все. Звер. Договорились. От меня чисто. Звёрчик выдохнул. А что, из гонорара процент даешь? Не, это если я... Он... Это лишь... А ты даешь за победу что-нибудь? Посмотрим. Как я не буду на видео говорить. Сейчас надо обсудить. Давай обсудим. Может там какой-то маленький гонорар, младший брат? На видео я не буду, но я твой нормальный. Если срочно выиграть, 10 тысяч от тебя плюс. Давай. Точно? Держи. 10 тысяч. Все. Досрочно это как? Я просто не понимаю особо. Не что решением судей, а сразу его... А, нокаут, да? Да, нокаут или зарубить. Почему первый? Не, осталось. Это договор не был. Выключился. У нас договор не выключился. У нас договор был такой, досрочный. Первый, второй раунд не был. А ты что, ты сколько говорил? Если Балаша в лицо, 50 тысяч.
А, да ну. Да, а что ты хотел? Просто выиграл. Подписал. Я прикинь. Ну что, мне ногами размахивать? Завтра пойду на предыдущий. Это не столько, это от души братская поддержка. Это мы не толпой нападаем, это чисто братская поддержка. А. Не сталки там, ничего. Просто объясня. Короче, здесь идет разговор о грузике. Сказали, кто такой газда, или ты сам газовал? Не, я хотел вот так глазом, вот такие сидел. Издалека и оставлял, да? Оставлял, что между боем свету наводить. И как там сам бой закончился. Ага. Он загал этот Дэн Хокер, типа, победить исламом, а я, типа, Абдурозик меня победить. Кто сказал? Абдурозик, я тебя победу, Дэн Хокер исламом победит. И сам же вот что-то говорит, не будет мелкий пацан, короче. И за счет ислама я хотел. За ислама газдат хотел, да? За ислама газдат хотел и должен. Он вот такие пальцы мыши. А так жалко пацана. Ну, добра пацан, ну. Его заставляет что-то делать. Ты ему что, в груда дал? Да, вот так ударил. А что он как истеричка начал, да? И он трясится начал туда-сюда, свитуха был. Боится сюда прийти. А эта женщина кто была, которая там разница? Не знаю. Его выложил я, короче, и я его выложил, и она звонит кому-то моим близким, удалите. Я типа там не должна быть, туда-сюда мой муж, а он, если она не должна быть там, почему она там оказалась? Он палит прям даже сейчас ее. Все перемотали. Я там не должна быть, говорит. Если не должна, почему она дома не сидит там? Такой ударил его, так я хрипишь получилось. А так я его нормально боковой хотел, так мне не осталось там. Разнимали? Там Хабиба брат и многие, и которые мне приводили человек, вот они разнимали. Не мали, не оставили. А Абдурозик там между ног соскакал назад. А ты сам хотел бы с ним один бой сделать? У тебя желание есть, что с ним будет сделать? Бой делать нет у меня желания. Да? Ну ты, как бы, сам... Ну человек, как я, он твой человек, что... Ну, его заставляет болтать. А не, его следующий соперник, как Салбаба. Да, его? А ты да! Как он бьет через человек, сюда тошли, вот так бьет. Что мы не знали, так не знаем, что... Алло. Алло, сейчас я... Висячку умеешь делать ты? Да. Висячку умеешь делать? Короче, вот так бьешь только, вот так проходит, и ты падаешь на ней. Вот так там чем бьешь. Обходить надо, Гарр, на руку выходить. На руку. Вот так бьешь. Давай, прыгаешь и ногу закидываешь. Не, я не умею. Эй, ты сюда не тяни мне его. Вот так буду отрывать. И как это, Мурат, я хайка, да? Чувак, это... Ой, что он сделал, прикинь? Чисто битва. Он тебе нормально дал, нет? Почему он постоянно в глаз попадает? Именно в глаз. Пару слов после боя, как вы готовились? Ну это слишком большой.
Шапельник для меня. Ну, я думаю, а вдруг я схожу. Как вы готовились к бою расставить? Как понятно? Как хочешь, понимай. Какие приемы ты изучал? С кем ты готовился? В каком зал? Какой зал? Ну, я это видео смотрю. Что за видео? Ну, бой, где смотрю. А тренер кто твой? А? Тренер я кто? Я сам пошел. Самоучка, что? У нас, да. Самоучка такая будет. Извиняюсь, Максим. Извиняюсь. Не такой на голову. Не болезнь. Не зашло. Ударим нормально, да? Посмотри на глаз мне. Что сделать? Он тебе прям серьезно вообще дал туда. А это... Для Абдурозика, как думаешь, хватит, да, мой удар? Абдурозик, ты ему ногу дашь, брат, поиграться. Вот так, тинь-тинь-тинь-тинь. Чисто, да. Аккуратно. А, это типа, ну, это микрофон. Ты там, марагди. Хорошо. Хорошо. Рад был увидеть вас в Москве. У себя гостинцы. Сладких снов, пацаны. Да. Давайте, увидимся сначала. А мы будем спать. Ушкал Кшиша Скоротина. Пока-пока. Мы сегодня очень поздно проснулись, потому что вчера не спали долго. И сейчас мы будем звонить по видеозвонку Снайдеру. Американский вольник. Абдурашид Садулаев Шапенник. Бивший Шапенник. Галши отправлял Абдурашиду. И все, думаю, они наберут. А мы ждем звонка. Алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум, Хазби. Как ты? Нормально. Ты где? Я в гостинице, в Москве. А, ты крутой, кажется. Ты где? Ты по Москве двигаешься, да? А? Ты по Москве двигаешься уже, да? Ага. Красавчик. Мы здесь были, в этот, главрыбу приехали. Ага. На каньоне. Думали, ты здесь, не здесь, тебя тоже хотели позвать. Не, я в Москве. А, ты говоришь, сейчас московский, да? Ну, он завтра будет бороться в Хасавюрте. Послезавтра он улетает. Снайдер? Да. А он откуда улетает? Он через Москву, по-моему. А. Ты хотел усадиться? Мне то без разницы, если он как хочет. Давай, я не знаю с Москвы, когда у него вылет. Mm-hmm. Если что, я тебе скажу. Если время будет. Mm-hmm. Ты мне со своего номера напиши. Хорошо. Ну, давай на связи. Давай. Давай. Ну, в этот раз у нас не фортуна, не выделили Снайдера. Ничего, в дальнейшем мы будем. Они пока заняты свои диоды, и мы свои дела, и потом увидимся. А мы будем приготовить кофе. Вода нету, сейчас выйдет. Вода нету, кран пустой. Сейчас возьмем питьевую воду и откроем. Все. Поставили кнопку, нажимаем. И сейчас будут приготовиться. И ждите. И что, друзья, я здесь обиделся, потому что кофе не поставили, сахар поставили здесь. Сливки поставили здесь, а здесь должны быть два сахара, и там должен быть какао, кофе. А здесь, не знаю, это для, вот это больше для чая. Короче, этот раз не фортуна. Ну, что страшного, похоже. Почему я прилетел в Москву? У нас брат чеченец, который нас всегда поддерживает. Он мне подарил 2 машинки маленькие, вот эти.
очень добрый мужик. Ему Баркало, ему родным, близким, всем. Он позвал гостей, и мы прилетели. И у нас пару деловых моментов были здесь. Из-за этого тоже прилетели сюда. Кто хотел узнать, зачем прилетели. А так, президент. Так кто делает? Мага Исма где вообще? Причем наша Мага Исма, не знаю. Я хотела приветствую всех подписчиков на YouTube-канале. Как называется YouTube-канал вообще вот туда? Ты куда направляешь камеру? Попробуй. Что это тормозит вообще, не так? Это у нас аппарат чуть плохой. Новенький же это. Что вот так. Сколько подписчиков там? Вспышку включи на телефон. 1100. 1100? Что так мало? Это я вчера только начал. А с кем будешь сотрудничать, вообще планируешь? Со мной. Со звездами. С этим не будешь? Так-то Снайдер хочет с ним сейчас это. Снайдер, мы звонили, но не получилось вызваться. Да, дальше. С блогерами, кто с машинами, машинами занимается, будешь снимать? Кого там хочешь? Давыдыча, Гордея, кого там? Они со мной будут снимать, я не с ним. Нет, нет планов таких, да, пока? А как он говорит? Москва. Вообще просто сделал. Что кушал ты? Что будешь кушать? Сегодня рыбу кушаем, потому что у нас такой режим. Рыба хавает в Москве. Лимон и рыба, и хлеб. А рыба откуда? Старики поймали, да? С канала поймали. А вообще вот по этим кроссовкам, что скажешь, откуда они у тебя? Джордан оригинал. Мне с Белчик подогнали. Мне кажется, это не оригинал. Мне кажется, там бумага была $75. А так магазин вообще как соответствует? А так в магазине я кроссовку видел, где-то 350 тысяч потолщик. Пацаны что сказали вообще? Сказали, оригинал все нормально? Дорогие друзья, сегодня мы у Хабиба на организации Борисенки. Сейчас у Марта потянулся сюда. Чешка, пару вопросов по YouTube-каналу подписчикам. Давай, вопрос задай, у тебя вопрос, наверное, есть. Когда у тебя новый бой будет? У меня в марте бой. Да? Да, намечается. Соперник какой? Джеки Шоу. Нормальный или? Ну, 4-0 в UFC, 15 лет общий рекорд. Неплохой. А тебе как это было? Интересно или нет? Да, конечно. Зала пацан дерется. Первый раунд явно выиграл. Второй чуть такой равный был. Вот сейчас третий уступает. А это третий лишний, нет вообще вот тут? У него больше, чем у тебя камера, да? Еще... Что скажешь еще? Не знаю, что тебе сказать. Ну, вопросы задал. У тебя, может, вопросы какие-то интересные есть. Попробуй себя в роли журналиста. Москва чисто на бои прилетел, а? Да, на бои, там подписание одно из контракта. Скоро, наверное, будет объявление. А на Зубару когда идешь? Куда? Зубару. Завтра идешь? Завтра утром вылетаю. Все. Ты вылетаешь? Не, я в Москву. Ты в Москве остаешься. А обратно в Москву когда ты? Вот-вот-вот, переворачивайся, завтра же прилетаю обратно. Надо бить вот сейчас. Да. Не давай вставать. Нельзя вставать, давай. Не давай. Все, молодец. Сейчас сам бей. Через голову. Пройди. Вот сейчас пройти надо. Посадить надо его. Стоит. За синего, он с нашего... За красного, то есть он с нашего зала. Ахубек Омаров. Наш клуб выступает.
солячка в аккумуляторе. Че, как тебе Москва? Москва мне нормально. Да? Да. Че прилетел? По каким делам? Секрет? Вот нашего брата выйдет, прилетел и просто чё. И на турнир? На турнир тоже прилетел. А звук записывает он? Да, записывает. Все. Теперь у меня вот такой вопрос. Как родители, как? У меня родители хорошо очень, нормально. Да. Отец доволен тобой? Отец, да. Когда нарушение делаешь, нет. Когда нарушение делаешь? А ты часто нарушаешь? Ну, нет, случайно бывает. Случайно бывает? Да. Точно бывает случайно? Да, случайно. А ну сейчас посмотрим, кто победит. 7. Я создал новый YouTube канал. Подписывайся, ставим лайки, ставим добрые комментарии, поддержку дайте. А так мы сегодня пошли на Красную площадь, там сфоткались, но видео, к сожалению, снят не получилось. У нас камера осталась на гостинице, и было там минус 17 градусов, очень холодно было. Мы в куртках, тело не холодно, но ноги, ногам нам очень было холодно. Мы там 10 минут прогулялись и сразу уехали, очень холодно было. А так, друзья, Москва мне вообще не нравится. Зимой то чуть нормально, но осень, когда приехала, я вообще не понравился, непонятные погоды. И здесь очень большие пробки вообще. Я думал, только в Хасаюрте такие пробки есть. Оказывается, в Москве даже есть такие пробки, еще хуже. А так красивый город, очень приятный, и люди добрые здесь, и относятся хорошо. Когда подходят, спрашивают, что, как тебе моя помощь, туда-сюда, добро здороваются. Короче, вы поняли, я не могу по-русски сказать, я особо не знаю по-русски. Я свой язык очень хорошо знаю. Из-за этого скоро научу английский язык и русский язык, и там еще арабский язык самый главный, иншалла, научимся. И будем общаться с вами, с английскими людьми, арабскими, русскими. А так не обсудьте то, что я не знаю русский язык. Друзья, я извиняюсь за некачественное видео. Я только научился новую камеру взял, я только научился пользоваться. Ну, я думаю, в дальнейшем у меня свои люди будут, которые снимают. И будем для вас очень грамотно видео снимать. Я не могу делать все вещи и всегда снимать этот вещь, что я делал. Ну, который со мной рядом, два брата приехали в Москву, но у них тоже свои дела, у них тоже не получается. Все время с камерой за мной бегают. И так что, ну, этот раз такой ролик снял, не обсуждал, пацаны. В следующий раз. Иншалла, лучше будет видео. А так, у нас здесь обзоры тоже будут на внедорожниках, путешествия туда-сюда, так что не теряем нас, подписываемся.